Друзья, приветствую всех любителей видеоигр, и сегодня у нас будет демонстрация возможностей игровой системы PlayStation 3, подключенной через систему видеозахвата, чтобы вы могли посмотреть, какая была там графика, какие-то игры мы с вами посмотрим. Все это будет на канале «Вокруг компьютеров», здесь же у нас небольшой просто анонс и, соответственно, небольшая демонстрация каких-то вот моментов не игровых. От себя скажу, графика, конечно, PlayStation 3 замечательная, игры потрясающие, и приставка дает море фана. Не зря я пользуюсь такой приставкой очень-очень уже давно. У меня PlayStation 3 Slim версия, раньше когда-то была PlayStation 3 Fatka, толстушка такая вот 40 гигабайтная и так далее. В общем-то, игр огромное количество существует на PlayStation 3. Только выбирай и наслаждайся. Ну, вы видите какие-то пролетающие прекрасные вещи. Last of Us, Ratchet & Clank, Time Crisis, Time Shift, Tomb Raider, Uncharted, эмуляторы PlayStation 1, PlayStation 2. Все это прекрасно, конечно, работает. Назад в будущее, квест, Бэтмены, Beyond Two Souls, две души, да, Биошоки, Black с PlayStation 2, Call of Duty, Castlevania, Jericho. Ой, ребята, я даже не знаю, что еще такого потрясающего показать. Ну, может быть, давайте я покажу либо Devil May Cry, или, наверное, давайте Inferno. Насколько помню, эта игра не посещала персональные компьютеры, а игра очень крутая и в свое время была таким не сложившимся убийцей God of War. Третьей части, наверное, скорее всего. Здесь у нас крестоносец, проходит все круги дантовского ада. Ну, на самом деле, очень классно, обалденно. Что вы сейчас и сами посмотрите, то, что вы видите, это реальная графика с PlayStation 3, примерно вот без потерь, как она есть, и то же самое вы бы видели у себя на телевизоре на реальной приставке. Высокое разрешение, это не эмулятор, это именно вот реальная PlayStation 3. Первый запуск игры, инсталируется трофеи. Если вы играете, такого уже не происходит. Ну, давайте немножко подождем, а и дальше увидим. Все, конечно, очень стильно сделано. Старт гейм. Сложность Zelot. Ну, пускай Zelot это, наверное, что-то типа Normal. Сейчас у нас происходит загрузка. Я, правда, своим окошком немножко закрываю эту загрузку, но она идет. 1191 год. Европейский рыцарь. Третий крестоносец. Чуть захватили. Король Ричард. 3000 узников были. Не успеваю, ребята, не успеваю. Горячее чуть лето. Ну, давайте, начинайте. Вау, это картинка или это графика? Так круто. Или это мультфильм? Вот он. Ну, это явно мультфильм, да? Он себе крест вышивает на груди. Ладно, можно пропустить такие подробности. Это мы знаем. А, он пришил, да, крест на грудь. Крестоносец. Ну,
Так, ну вот пошла игровая графика, да? Ну, вообще стильно, конечно, красиво. Я не помню, но, по-моему, его сейчас убьют. И вот он как раз в ад попадет. Или начнет проходить все круги ада, что-то там такое. Так, идет счет, по-моему, убитых. Сколько надо? Ну, есть сходство, конечно, с God of War, но не сильное. Да, вот его убили. Предатель. Смерть пришла за ним, а он говорит, нет. Не дождешься. Ну и первая же битва, нужно в данном случае смерть победить, и дальше он уже по кругам ада будет. В общем, друзья, вот это такой небольшой обзор. Интересно больше посмотреть, больше узнать. Переходите на канал Вокруг компьютеров и смотрите полный длинный обзор. Всем пока, до новых встреч, поддержите канал, нажимайте кнопочку «Спасибо».